Спорт – это многогранная сфера деятельности, которая является частью экономики и отражает уровень технологического развития страны. Кроме того, спорт – это здоровье нации, воспитание у подрастающего поколения ценных личных качеств, эффективная народная дипломатия. Высокие достижения атлетов во многом определяют престиж страны. Вот почему мы уделяем развитию данной сферы такое серьезное внимание. В следующем году всей спортивной отрасли предстоит очередной важный экзамен – Олимпиада в Токио. Самое время проанализировать подготовку к этому спортивному форуму и определить, что еще можно и нужно сделать, чтобы наша команда оправдала наконец-то ожидания миллионов белорусов. Чтобы мы с гордостью смотрели, как над олимпийскими объектами столицы Японии поднимается белорусский флаг. В прошлом году состоялись два больших совещания, на которых мы подробно проанализировали состояние дел как в зимних, так и летних видах спорта. Наметили пути их дальнейшего развития, дали поручения и отработали механизм их реализации. Кроме того, в апреле, накануне вторых Евроигр, мы провели аналогичный мозговой штурм, детально рассмотрев готовность белорусской команды к этому масштабному событию. Мы успешно организовали праздник европейского спорта. Об этом до сих пор говорят в Европе, да и во всем мире. Спасибо всем, кто принимал в этом участие. Игры в Беларуси громко прозвучали на весь мир. И наши спортсмены в родных стенах выступили вполне достойно. По количеству наград заняли второе общекомандное место. Это неплохой результат. Однако он абсолютно не дает нам повода для самоуспокоения. До главных стартов четырехлетия осталось чуть более полугода. Олимпийские игры – соревнования другого формата, с иным набором спортивных дисциплин и запредельным уровнем конкуренции. Ну что там греха таить? Игры вторые есть игры, но Олимпиада – это космос по сравнению с нашими играми. И спортсмены там будут другие.